Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Я сегодня не такой, как вчера. Вот девиз человека, обладающего буквой Т. Звук Ш воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Самым важным для этих людей, безусловно, является благополучие семьи, а наивысшим счастьем – тепло домашнего очага. Значение буквы «ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Буква «к» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Звук «ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Активизирует воображение. Человек с буквой Ш в имени имеет развитое чувство юмора. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Если же чувство прекрасного у этих людей трансформируется в страсть к роскоши, то они способны опустошить любые кошельки для ее удовлетворения, из-за чего имеет шанс умереть в нищете. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность, наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Привлекательность и амбициозность позволяют им сделать карьеру в любых сферах деятельности. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.